Дорогі друзі, Одеса, вільна і незалежна, п'ятниця, 12.20.19, сіті-центр на маршала Жукова. І у нас сьогодні акція, я так розумію, в підтримку партії Шарія. Так, ми знаходимося прямо в штабі. Там, где... В выездном штабе. В выездном штабе, там, где все и всех надувают. И сейчас мы посмотрим, посмотрим на эту процедуру, за этим действием. Да. Ну и как вам, дорогие друзья? Сейчас мы, кстати, узнаем все главные секреты, все тайны этой компании. Так, у нас номер какой, напоминаю всем. Номер 17. Не забываем голосовать. Ставим галочку. 17 номер хороший. Так. Легенда номер 17. Ага. Так. Ну и что? Кто скажет пару слов? Главное, у нас хорошее настроение. Так. Старшее поколение. Молодежь, молодежь, молодежь. Правду в раду, как говорится. А? Правду в раду. Ясно. Правду в раду. Кто еще? Какие лозунги? Какая у нас сегодня повестка дня? Повестка дня, дарит людям хорошее настроение. Кто самый главный? Кто? Кто? Кто самый главный? Наверное, ко мне. Ясно. По ширине. Так сказать, я думаю, вы все поняли. Без обид. Так, самый главный вопрос, самую главную тайну. Только нашему каналу, зрителям нашего канала, никому могила, только между нами. Сколько платят? Ой, каждый шарик, это $100. Каждый розданный шарик? Да. Блин, где? Хватайте, где? Где? Отдайте! Отдайте мне все шарики! Отдайте же мне все шарики! Так, сколько у меня уже так? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. $700 на ровном месте, дорогие вот друзья! Так все просто! Ага, так, вот такие вот у нас... Вот такие вот расценки. Нехило, да, щедро, не это самое, не жмется Толик. Анатолий, видите, не девушка жмется. Принесла $100 сдачи. Ага, $100 сдачи, ясно. Вот так у нас это надувает. Да, а потом происходит еще вот такое. Сколько? 10 качков? 10 качков по $10, да? Качков у нас много. А, качков хватает. Да. Так, уже пора, да, выходить защищаться. А то сильно много недоброжелателей, чересчур много завистников, чересчур много злопыхателей. Так, давайте тогда что-то с девчонками. Вот сегодня акция в Киевском районе, сити-центр, напоминаю. На маршала Жукова. В акции участвуют все. Шари всем возрастом покорный, да? Да. Да. Видите, да? Да. Шари, как и любовь. Всем возрастом покорный. Видите, отошли от территории сити-центра, чтобы не было ситуации каких-то непонятных. Ясно. Провокаций никаких нет сегодня. Да не, вы знаете, вообще Одесса такой город, очень по-доброму относятся к всем. Одесса, да, но у нас же понаехало это столько, что просто невозможно. Ну видите, у нас же понаехало. Одесситов больше осталось. Одесситов больше, так. Вот. А, нас приветствуют. Да. Так, звуковыми сигналами. Ну что, а где же массовка? Где массовость? Где? На раздаче стоят. Ага. А где же все люди, которые... поддерживают основную. У нас очень много. Вот. Да, мы же не будем собираться все вместе. Сейчас мы вместе с вами пройдемся к месту раздачи и посмотрим, как все это происходит. Вот тогда с девчонками, пожалуйста. О, с девчонками так и пойдем. Двинулись мощной колонной. Да, вот девушка, идите, да? Спасибо, все, счастливенько. Так, а что идет? Да, женщина хорошо затоварилась. Штуки на две, да?
Я так понимаю. Молодец. В обе руки. Штуки 2 баксов. Да. Ну правильно, европейские расценки. А то наша пенсия, вы же знаете какая. Итак, мы выдвигаемся к месту основных событий. Что? Все, отлично. А кто-то лично знаком с Анатолием? Я знаком. А? По перспективе. А, по Фейсбуку мы, мы все знакомы. Пару фоток. Делай несколько штук. Вертикально и горизонтально. И боком. И боком, и раком. Я это не говорил. Красивый фон. Зеленые ели или сосны ели. А где сошарик? И красные. Все, да? Ну что, ну когда же мы уже наконец пойдем в массы? Подвигать шария в массы. Мы уже в массы. Мы уже в массы. А масса еще и в нас. Всем удачи, спасибо, здоровья и победы на выборах. Победа будет за нами. Обязательно. Ура! Прошу вас. Спасибо за участие. Все, удачи. Удачи. Вот так, дорогие друзья, продвигаем и выдвигаем шария в массы. Правда, правда. Напоминаю, наш номер 17. Шарики не только радуют глаз, но еще и салютуют. Да, самые красивые девочки. Анатолий собрал себе самых красивых девочек. Да, красный цвет снова в моде. На фоне зе. На фоне зе зеленого. На фоне зеленки красный цвет снова в моде. И явно выигрывает в цвете. Какая гармошка. Это наши троллейбусы гармошки. Это ИА. Это наши маршрутки Богдан. А это наши надежды на лучшую жизнь, на изменения в стране, на перемены. Перемен. Мы ждем перемен. Дорогие друзья, песня Виктора Цоя снова актуальна, как никогда. Ой, не, я иду по улице, говори. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Нет, Бори нам не нужно. Предвестник изменений в лучшую сторону. Ох, какая погода, какой закат. Ну, закат. Закат той ненавистной власти, которая 5 лет издевалась над страной. Девушки, можно просто? Конечно, а давайте опять еще мальчик. Пожалуйста. Отлично.